Приветствую всех, кто будет смотреть это видео. Оно будет посвящено резьбе черепков из рога лося. Конкретно надо будет делать 4 черепа, но буду показывать только один вот из этого кусочка. Он более компактный, здесь меньше всего отрезать надо кусочку, поэтому его использую. Он хорошо по цвету будет подходить под съемку моей камеры. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Закончилась работа над черепами. Вот какой результат получился. Надо отметить, что это не просто череп, как брелок или какой-то аксессуар. Это тыльник на нож. Вот в этом месте я не дорабатывал специально. Здесь тоже куча углублений, отверстий. И эта нижняя челюсть чуть тоньше должна быть. Усилена специально, чтобы здесь по... как сказать, понадежнее было. Тыльник будет устанавливаться вот так вот, так что здесь все это закроется. Здесь близко к анатомии, но, конечно, это не прям точная копия черепа. Но многие просят показать именно вот отдельно от рукояти. Вот решил снять такое видео. Очень интересные цвета от самого материала, самого рога, прямо такие вот разные оттенки. Не отбеливал, наоборот, так очень эффектно смотрится. Плюс вот так получились все остальные. Сейчас вот так вот если посмотрим, они все абсолютно разные, прямо все-все-все, и каждый по-своему интересен и уникален. Вот такие вот, прямо они очень даже страшные. Вот эти чуть есть покрупнее, есть помельче чуть-чуть, есть ближе к анатомии, есть чуть подальше к анатомии. Ну и люди, в принципе, все довольно-таки разные. Есть довольно-таки очень даже близкие к этому черепу люди среди моих знакомых. А вот это более-менее, это похоже на среднестатистического человека, у которого череп именно вот такой формы имеет, у которого... мозговая часть сильно преобладает над лицевой частью. Вот такие вот черепа. Сейчас выйдем на природу, досниму и сделаю фотографию. Всем, кто смотрел, всем спасибо, всем здоровья, всем удачи. Ставьте пальцы вверх или вниз.